Мы продолжаем и знакомим вас с платьем «Богемия». Ну что ж, одно название чего стоит? Да, название, конечно, шикарное. Богемное, красивое название. Ну и выглядит оно тоже очень красиво и хорошо. Но несмотря на это, оно очень легкое, очень красивые, нежные цвета. Обратите внимание, какие они. Они, как это принято называть, наверное, постельные. Цвета мягкие, не кричащие, не яркие. Это очень важно в наше время, очень выгодный цвет, и он очень модный. Это очень модные цвета. Итак, желтый оттенок, солнечный цвет и коралловый оттенок. Платье «Богемия», размер наряд от 44 до 56. Борис, у меня возникает вопрос, а что это за стиль? Вот я сперва хотел открыть тайну, что это лен. Это важный момент, конечно, натуральный лен. Представьте себе, причем это 100% лен. 100% натуральный лен. А это ткань, которая позволяет себя чувствовать комфортно и в лютую жару, и легкую вечернюю прохладу, и на романтическом свидании вечером, и на работе, и по пути на работу. То есть универсальный материал, очень хороший материал, и очень комфортный по своему ощущению. И я удивлен очень, что этот материал по такой цене представлен здесь. Причем, вы знаете, это трикотажный лен. Вы знаете, я впервые встречаюсь с этим. Что нам это дает? Ну, смотри, изначально я уже на «ты» перешел. Ну и правильно. Ну, здорово. Здесь платье обладает вроде бы, с одной стороны, классическим строгим силуэтом. Да. То есть у него полукруглый вырез. Обратите внимание, полукруглая горловинка. Она очень мягкая, изящная. У нее полукруглые выходы на рукава, да? То есть везде ровненькие такие гладкие черты. Очень женственные. И в то же время здесь присутствуют три декоративных разреза. Они заменяют, скажем, собой стандартные выточки, которые мы привыкли, помогают платьику принять нужную форму. И в то же время, посмотри, какие они слегка игривые, но в то же время строгие. Это очень тонкое сочетание, которое редко удается добиться дизайнерам. Здесь им это получилось сделать благодаря этим вырезам. Слушайте, я думала, что это только для красоты сделаны эти игривые вырезы. Оказывается, они еще функциональные. Они вместо выточек хорошо сажают платье на фигуру. Итак, посмотрите на нашу модель, на Марину. Как же идет брюнетке желтый цвет, солнечный цвет. И в то же время, посмотрите, он очень нежный, он не ярко кричит. Чаще не люминесцентные, это тоже огромный плюс. Ну что ж, размер от 44 до 56. И что это за крой, Борис? Расскажите, ну, пожалуйста. Это полуприталенный крой. Обрати внимание, что здесь еще декоративно вставки. Я подойду к нашей модели и покажу. Здесь декоративные вставочки, ну, так называемые ложные карманы. Так. Они очень красиво здесь смотрятся, очень удачно акцентируют внимание. Вот смотри, каждый из них, каждый клапаночек снабжен еще декоративной, красивой, яркой пуговкой. Посмотри, как будто такие глазки, которые как смотрят будто вперед. Броши. Очень красиво. Посмотрите, какие как они дорогие элегантные. Броши, да, согласен с тобой. И очень необычное расположение для броши, опять же, акцентирует внимание на человеке, на той девушке, на той даме, кто одел вот это платье. Обрати внимание, благодаря крою, как оно хорошо сидит по фигуре. Начиная с тех же самых декоративных вырезов, о которых мы говорили. Да. Смотри, для чего они служат. Видишь, они расправились и сделали фигуру идеально ровной. Оно сидит как, ну, как будто сшито прямо на ней. Так оно так и смотрится. Да, знаете, да, да. Благодаря чему? Потому что это российское производство. Лекала созданы только с учетом именно фигуры российской вот женщины. Посмотрите, как выглядит. Посмотри, Мариночка, повернись, пожалуйста, спинкой. Покажи нам со всех сторон. Посмотри, как какой нежный платье. Выход руки вот из рукава. Вот благодаря вот именно вот этому округлому. По спинке стоит идеально. А где же застежка? Ты ее видишь? Нет, я не вижу. Вот в том-то и дело. Как же надеть? Здесь есть спрятанная, скрытая змеечка. Застежка, благодаря которой мы закрыли Итак, это Итак, Мариночка, повернись, пожалуйста, лицом. Спасибо. Посмотрите, как сидит красиво, как эффектно. И у нас есть два цвета на выбор. Выбирайте, который вам больше нравится. Коралловый оттенок или желтый. И размерный ряд от 44 до 56. 100% лен за трикотажное льняное полотно. 100%. Ну и, конечно, как всегда, мы готовим для вас готовые решения. То есть вы можете смело надевать и еще и жакет. Я вот сейчас вам продемонстрирую жакет Лора. Это такой у нас рояль в кустах. Я вам сейчас его продемонстрирую. Можно даже начать с небольшой истории. Я думаю, что вы пошли вечером на свидание, и стало чуть-чуть прохладненько. Оп!
Вот посмотрите, какая красота и какое идеальное решение. К этому льняному платью еще такой жакет крупной, красивой вязки. Ну что, а что, кстати, это за вообще за ткань такая, да? Вот что это? Как смотрится? Во-первых, и самое важное, что мне хотелось бы подчеркнуть, то, что это жакет Лора, который выпускает всем известная, я в этом не сомневаюсь, фабрика «Заря». Она с 1924 года работает, и благодаря этому она прекрасно знает силуэты наших русских дам, русских женщин. И именно под них изготавливает вот такие потрясающие вещи. Итак, платье «Богемия», размерный ряд от 44 до 56. Два цвета на выбор. Посмотрите, какая длина комфортная. Королевская длина до колена. И, конечно же, это натуральный лен, трикотажное полотно. И какие детали здесь красивые.